Сегодня в Гомеле отбылось совместное посяджение Гомельского облвыканкама, областного объединения профсоюзов и союза наймальников. Баки обмерковали пытания социально-экономичной ситуации у регионе и ход реализации трехбокового погоднения. Погоднение об супрацовництве было подписано у 2016 и различено на 3 года. Подчас встречи представники органов улады, профсоюзов и наймальников констатуют, зараз головное скоординовать намагання на досягнение агульных мет. Сярод наибольш актуальных проблем, на якія необходимо звернуть увагу, памер зарплаты и своечасовость ее выплаты, повышение квалификации працуючих и забеспечение занятости в умовах оптимизации вытворчести. На думку представников профсоюза, у сучасных умовах необходимо больше активно заниматься информованием насельництва, а так само створать на предприемствах и организациях первичные профсоюзные организации, якія будут заниматься обороной правоу работников. Зараз, до речи, такие первички отсутничают на больше 350 субъектах господарення региона. А прача того, на думку баков, необходимо больше отказно подыходить до коллективных договоров. Сегодня это менавіта той документ, який предугледжує правы и отказность працуючих и наймальников на каждом конкретном предприемстве. Мы должны более активно использовать свой рычаг, сами профсоюзы свой рычаг. Это коллективный договор. Коллективный договор, как и соглашение, является тем рычагом в нашей деятельности, которая установлена именно законодательством. На местах можем регулировать и улучшать положение трудящихся в каждом коллективе. И в полной мере должны это использовать.